Пока идут последние приготовления к концерту, ветераны уже поют. Люди мудрого возраста, так называют себя виновники торжества. В душе ветераны молоды, их сердце с годами не стареет. Как и народный хоровой коллектив «Коробейники». Ансамблю почти 40 лет, но выступления артистов не уступают по задору многим молодым исполнителям. Дарить концерт в День пожилого человека стало доброй традицией ветеранских организаций. Руководство Нахимовского отделения не забывает о тех, кто живет в отдаленных районах Севастополя. Очень активные люди. Они беспокоятся о своем поселке, о благоустройстве. Волонтерская работа в них друг друга поддерживает. И в вопросах социальных, и в вопросах медицинского обеспечения. И я знаю, они являются примером для нашей молодежи. Поздравлением присоединилось и молодое поколение. Услышать от детей и внуков слова любви и заботы ветеранам всегда приятно. Вы живете долго? Вот один наказ. С праздником родны поздравляем вас! Браво! Позже концерт переместился на улицу. В продолжении программы танцевальные выступления. С возрастом ветераны энергии не растеряли. Прямо сейчас могут достойно выступить на любом танцполе. Но главным подарком всегда остается внимание родных и близких. Конечно, очень приятно, и хотелось, чтобы такие мероприятия проводились у нас на поселке и почаще, и было нам больше внимания, потому что мы любим свой поселок, мы здесь уже много лет живем, и мы как можем, так и стараемся по возможности проводить такие мероприятия, украшивать наш поселок, делаем субботники. За активную жизненную позицию заслуженные награды. В торжественной части ветеранам вручили почетные грамоты и знаки отличия. Поздравляли ветеранов Александр Тимофеев, Мария Буйлова, информационный канал Севастополя.